Добро пожаловать на канал HardReset Info. Перед нами устройство Samsung Galaxy F12. Сейчас я вам покажу, как на этом устройстве добавить ваш отпечаток пальца. Итак, вначале открываем приложение «Настройки». Затем мы здесь ищем пункт в настройках, ищем пункт «Биометрия и безопасность», после чего выбираем «Отпечатки пальцев». Нажимаем «Продолжить». Если у вас не было установлено никакого пароля блокировки, тогда придется любой вариант из этих вот трех выбрать. Либо рисунок, либо пин-код, либо пароль. Я выбираю рисунок, придумываю простенький пароль, дважды его рисую и нажимаю «Подтвердить». Отлично, теперь осталось отсканировать наш палец. Я буду сканировать указательный палец правой руки, потому что мне так удобней разблокировать его в лежачем положении на столе. Вы же ориентируйтесь на то, какой рукой вы будете разблокировать ваше устройство. Если вы будете его разблокировать правой рукой в основном, тогда сканируйте большой палец правой руки, потому что когда вы его берете в руку, правым пальцем разблокировать телефон легче всего. Ну, либо же указательным пальцем левой руки, а вообще идеально добавить целых два пальца. Итак, сканируем. Просто прикасаемся к кнопке питания и каждый раз немножечко меняем положение нашего пальца. Только очень важно понимать, что когда мы добавляем палец, мы не нажимаем на эту кнопку, а просто к ней прикасаемся. То есть не до щелчка. Итак, если он не сканирует по какой-то причине, это значит, что эту часть пальца он уже успел отсканировать, и теперь он просто-напросто говорит, что это слишком похожий рисунок на то, что у него уже в базе имеется, и нужно просто другие участки нашего пальца отсканировать. Вот и все. Это нужно для правильной работы сканера. Отлично. Отпечаток пальца успешно был добавлен. Нажимаем «Готово». Принимаем резервную копию. Если хотим, добавляем резервную копию в наш аккаунт Samsung, но это делать не обязательно. Итак, и блокируем наш телефон. Теперь пробуем разблокировать наше устройство каким-то другим пальцем. Дотрагиваюсь до сканера, ничего не происходит. Нажимаю на кнопку питания, и он просит меня ввести пароль. Я разблокирую пароль. Но если разблокировать пальцем, который добавлен уже в базу, просто прикасаем, даже не нажимаемся, прикасаемся к сканеру, и наш телефон автоматически разблокируется. Что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания.